Празднование Дня Матери продолжается даже спустя неделю после официальной даты. В минувшие выходные в Иванове прошло еще одно мероприятие, приуроченное к этому светлому празднику. Соревнования «Папа, мама, я, спортивная семья» стали уже традиционными. Проходят 9-й год подряд. 12 семей с детьми-дошколятами пробуют свои силы в скорости, ловкости и меткости. Мне кажется, все стараются. Никто на любых соревнованиях, никто не хочет быть статистом. Все хотят победить. 6 видов соревнований для каждой семьи. Здесь и метание мяча, и прыжки в длину, и бег на скорость. Да сложного нет ничего совершенно. Поучаствовать мы всегда занимались вот этими увлекательными делами, занятиями с детьми. И воспитатели, и тренера детского сада нас всегда, в принципе, поощряют за это дело. Нам самим это нравится, это очень весело. Есть у семьи Канаевых традиция – начинать утро нового дня с зарядки. Занимаются легкой атлетикой, так что спорт для них – дело привычное. Уже сейчас с нетерпением все трое ждут наступления настоящей снежной зимы, чтобы встать на лыжи. В лес можно выехать, там покататься. Там побольше гор, чтобы потренироваться. Ну а так, в основном, если далеко не ехать, то здесь, в парке Степанова. Можно на коньках. На коньках тоже очень хороший вид спорта, который воспитывает устойчивость на ногах. В принципе, полезно. Результаты за все конкурсы для каждой семьи будут суммированы. Победители уйдут с призами. Остальные тоже. Организаторы пообещали, что без подарка не останется ни одна мама. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.